Начало Нового года уже подарило жителям Татарстана обильный снегопад, который превысил допустимую норму для января. Какая погода ждет нас на этой неделе, расскажет наш эксперт Юрий Переведенцев. Погода ближайших 3 дней будет определяться ультраполярным вторжением. Поэтому у нас очень низкие температуры, значительно ниже климатической нормы. Сейчас среднесуточная климатическая температура должна быть порядка минус 12, самый холодный день в среду, 13 января, минус 13 градусов. Вот эти 3 дня у нас температурный фон значительно ниже, аномально холодная погода. Но она достаточно и сухая в том числе, потому что раз ультраполярное вторжение, обычно осадки бывают слабыми, температура будет понижаться до среды. Это самая низкая температура. Согласно прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, в дневные часы порядка минус 22 и даже, может быть, ниже. Ночные температуры тоже порядка минус 28 градусов. Самый холодный день – это среда. Хотелось бы быть солнечным, вот как вот сегодня. Солнечный день – это хорошая погода, вообще говоря, настоящая зимняя, настоящая зима. А затем мы окажемся под влиянием циклона с запада. И поэтому температурный фон у нас значительно повысится, градусов на 10. Давление понизится, соответственно. Вот, и ожидается выпадение довольно-таки таких интенсивных осадков.